Здравствуйте! В сегодняшнем видео я хотел бы вам показать астрономический таймер компании Novatek Electro RF303. После распаковки мы видим самый современный таймер от Novatek Electro. Модель, которая имелась у нас в наличии, предназначена, правда, на рынке Западной Европы, но только такая у нас была. Прошлая система крепежа значительно модернизирована автоматической защелкой на пружине. Перейдем непосредственно к таймеру. Таймер можно запитывать переменным напряжением от 24 до 265 вольт, а также постоянным напряжением от 8 до 24 вольт. Эту особенность редко можно увидеть у остальных производителей. Система подключения традиционно на клемниках. Ниже видим обозначение релейного выхода с перекидным контактом. Кнопки управления. Таймер имеет довольно большой дисплей в технологии OLED. После подачи питания видим четкое отображение параметров, а замок означает, что таймер заблокирован паролем. В верхней части есть текущая дата со временем с точностью до секунд. После долгого удержания кнопки меню можно ввести актуальное время. В таймере RF303 предусмотрена возможность установления пароля с целью защиты настроек. Здесь мы можем выбрать из нескольких возможных режимов работы – астрономического, недельного, суточного и простого. Данный таймер можно использовать в самых разных целях, например, для управления вентиляцией, насосами, школьными звонками, в уличном, наружном освещении и так далее. Время работы часов реального времени без подзарядки 6 лет. Точность событий до 1 секунды или до 1/10 секунды в режиме простого таймера. Общий объем памяти до 500 событий. Автоматический переход на летнее и зимнее время. Индикация текущего состояния контактов. Следует добавить, что в таймере RF303 существует так называемый смешанный режим работы. То есть, например, включение по закату солнца, а выключение освещения в строго определенное пользователем время, например, 24 часа. Таким образом достигается функция так называемого ночного перерыва, благодаря чему мы можем экономить большое количество электроэнергии. Резюмируя, самая важная особенность таймера – две программы управления, 4 режима работы – это астрономический, недельный, суточный и простой. Всем большое спасибо за внимание и подписывайтесь на наш канал.